Граждане бойцы, не ожидайте слишком многого, несмотря на то, что есть сигнал, скорее всего, выживших здесь нету. Тем не менее, мы выполним свою задачу. Вперед за мной пошли. Зод Альфа Клином, становись. А, Роджер Янг, Косинский, прием, говорит лейтенант Атомный. Мы высадились на планете Дантана в указанном секторе. А выдвигаемся в сторону форта Джо Смит. Как слышите? Взвод. Каре, становись. Каре, становись. Активирую карту. Давайте осмотрим местность. Здесь разбитый контейнер, ничего нету. Косинский, Роджер Янг, мы выдвигаемся направо, в север, к... Я так понял, станция чистки воды. Ну, все, ну блин, у нас спуститься придется, конечно, через юг. Двигаемся вперед. Смайлсик, сразу задача захватить жука. Давай вперед сюда. Бери одного из жуков. Ну, ты стреляешь? Эвакуируй его. Переключаемся на оружие, взвод. Взвод, клином становись. Каре становись. Третье отделение. Переключиться на две ракеты. Отлично, у нас улучшенные лазерные винтовки. Я думаю, это вам поможет. Ну и также улучшенный пулемет. Двигаемся вперед. Победа ждет. Ну-ка, посмотрим. Что стоит это? Противники просто долго жить не способны. Это хорошо. Держим позицию. Один из бойцов. Не получится зарядить, да? Я думал, в толпу жуков. Но они и так не живут. Улучшение лазера просто замечательное. Более мощные лучи показывают себя именно так, как надо. Это необходимо было, наверное, с самого начала делать. Все, держим позицию. Взвод. Давай-ка. Каре, остановись. Третье отделение. Залп ракетами. Отлично. Все, двигаемся дальше. В направлении на север к станции по очистке воды. Бегом марш. Так. Ну вот и все. Двигаемся дальше. О, мне, между прочим, бойцы, было бы интересно, как бы вы захотели изменить с помощью вашего права голоса то, что есть сейчас. А Роджер Янг, говорит лейтенант Атомный, взвод Альфа, мы прибыли к станции чистки воды, здесь выживших нет. Продолжаем движение на север к шахте. Конец связи. Потому что лично я принял бы решение изменить земную датировку на научную. На стабильный календарь, когда... 1 марта это всегда понедельник. И, соответственно, 5 марта всегда пятница. И при этом больше никто не может справлять религиозные праздники. По-моему, это было бы вообще замечательно. Третье отделение, залп ракетами. Закрыли эту задницу. И двигаемся дальше. Так, не забываем, нам надо протестировать еще химические гранаты, насколько эффективно они работают против пещер, возможно, и против жуков. О, а вот и цель. Как раз, хорошо. Двигаюсь тестировать гранату. Отставить. Пошел, гранату заброшу. Вот так вот. Отлично.
Вот такие средства и нужно забрасывать по всей планете. Можно нам гранаты, пожалуйста, с этим газом? Это будет вообще просто замечательно. Бойцы, Кар, остановись, двигаемся дальше. Вы представляете, и жук сдох, и долбаная нора закрыта. Вот это то, что и надо туда им забрасывать. Еще как бы прямо в середину забросить. Вот у меня даже идея появляется. Можно к рабочим жукам приматываешь. Вот эти всякие грузики, которые они носят. Они берут, приносят внутрь улья канистру, и она там активируется. Вот. Вот и оружие победы. Так. Прибыли к шахтам. Держим позицию. Так, следующий забрасывает газовую гранату. Пошел, чейзер. Все. Первое отделение. За мной проверить шахту. Двигаемся, осмотрим. Если здесь выжившие. Роджер Янг, прием, говорит лейтенант атомный взвод Альфа. Мы проверили шахту, дверь заварена, выживших нет. Продолжаем движение в сторону центра коммуникации. Взвод Альфа, конец связи. Все, вперед, бойцы, пошли. Встречаемся с основной группой. Взвод, каре, становись. Бегомарш. Все. Пошли вперед в направлении коммуникационного центра. Бегом, 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 бегом. Что у нас с припасами, бойцы? Я смотрю... Припасы в норме. Так. Всем отставить огонь. Каре, становись. Смайлсик. Хватай этого рабочего. Пойдет на опыты. Роджер Янг, вызываем эвакуацию. Забирайте еще один... еще одного рахнида для исследований. Нам надо найти этих долбанных летающих жуков. Как они называются? Прыгуны, кузнечики. Поэтому так-то. Бегомарш. Роджер Янг, мы прибыли к центру коммуникаций. Двери заварены. Никого выживших, я так понял, нету. Двигаемся в направлении на запад к складам. Конец связи. А еще, бойцы, бы я бы проголосовал бы за хороший отдых. Замечательный просто отдых. Так. Танкер! Твою мать! Третье отделение, санкционирую применение ядерного оружия. Замечательно. Замечательно. Третье отделение, применить ракеты по норе. Я добью гранатометом. Все, третье отделение. Каре, остановись. Давайте, бьем этого долбанного жука. Жаль, нельзя эвакуировать с помощью охотничьей винтовки и отправить на исследование танкер. Это было бы здорово. Вот бы ученые удивились и награду бы дали бы. Но, к сожалению, слишком большое поле захватить такой не может. Так, в колонну под восстановись, двигаемся к складам. Осмотреть местные склады, найти припасы и прочие полезные предметы. Опа, выжившие здесь. Здорово. I discovered some bugs running around here yesterday. I used the suit to kill them. My name is Zach O'Neill, Lieutenant. We didn't expect to be rescued, but we're almighty glad you've come to our aid. The three of us and two others are the only survivors of Fort Joe Smith. My wife and daughter have been trapped in the comm station for a week, sir. They send up a flare every day to let us know they're still alive, but it's only a matter of time before the bugs get them. You've got to help them, Lieutenant.
О, Анил, это здорово, что вы выжили. Вот где я не ожидал найти выживших, так это на складе. Хорошо, значит, Роджер Янга, прием, говорит лейтенант Атомный. Мы в складских помещениях обнаружили троих выживших в скафандрах Марк 5000. Они убили несколько, судя по всему, какой-то новый вид рабочих. Мы попробуем доставить образцы, но эти жуки убиты. И сообщили, что есть еще выжившие в центре коммуникации. Возвращаемся в центр коммуникации для эвакуации как минимум одного ребенка и одной гражданской. В две шеренги становись, взвод, бегом марш к центру коммуникации. Как это мы не досмотрели? Нужно внимательнее теперь относиться. Бегом марш. Видим сигнальную ракету. Косинский, Роджер Янг, высылайте челнок эвакуации, забрать гражданских. Нам еще нужно посетить форт и забрать новый вид жука. Lieutenant, I am receiving a priority communique from Command HQ. I am transferring you to Colonel Holland from Starside R&D. Lieutenant, I have been getting reports from across the planet of a new arachnid type. I am countermanding your current mission objectives. Your new goal is to retrieve a hopper-type arachnid before you call for retrieval. As for the dissonance, forget them. The survival of our species is more important. Holland out. Полковник, вас понял. Идти хватать нового жука и оставить гражданских здесь. Взвод, ждем, пока прибудет челнок, и потом выдвигаемся охотиться за этим долбанным кузнечиком. Давайте. Ха, что? Рипли, ты за такими работала, да? Соскучилась? Я не знал, что ты работала за такими погрузчиками. Это интересно. Давайте, бойцы, прикроем гражданских и потом выдвигаемся ловить долбанного жука и еще посетить Форт Джо Смит. Все, Нил, счастливого пути. В следующий раз на незнакомых планетах не селитесь, где Федерация объявила карантин. Взвод, за мной. Каре, остановись. Ищем долбанных летунов. Смайлсик, есть предложение, чтобы ты сработал как приманка. Давай-ка. Отделение, огонь по указанию. Смайлсик, переключайся на свою охотничью винтовку, двигайся захватывать долбанных летунов. Кузнечиков. Ну? Смайлсик, ты захватываешь кузнечиков или что ты делаешь? Твою мать. Ты их убиваешь, да? Или мы их убиваем? Давай. Отлично, словил. Эвакуация челноком. Уж пусть как он там в небе захватит. Это даже интересно глянуть. Бойцы, давайте посмотрим, как челнок захватит. Ты смотри, получилось у них без всяких проблем. Все, Каре, остановись. Выдвигаемся к форту Джо Смит. Бегом марш. Good work, Lieutenant. Your specimen is now being transferred to secure storage on board the Roger Young. In case you were concerned, those colonists were retrieved while you were hunting. I'm not sure I agree with Colonel Holland's methods. However, your team is now cleared for retrieval. Send me your signal. Kosminski out. Косминский, Роджер Ян, говорит лейтенант Атомный. Отставить текущую эвакуацию. Мы выдвигаемся к форту Джо Смит. Для того, чтобы проверить там выживших. Конец связи. Давайте, бойцы, посмотрим. Конечно, надежда маленькая, но все-таки нужно заглянуть и туда. И параллельно наубивать еще жучих гадов. Ага. Давай, бей всех.
вперед. Значит, второе, третье отделение. Выдвигайтесь вперед. Второе, третье отделение. Отставить назад, 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 назад. Что-то жуков много стало. Снова выдвинуться на переднюю позицию. Второе, третье отделение. Объединяйтесь в четвертое отделение. Все, вперед. Встали. Так, есть кому нужна медицинская помощь, оказать ее. Первое отделение. Клином становись. Четвертое отделение. А кто у нас? У нас есть ракеты, да. Четвертое отделение, залп ракетами. Замечательно, все. Каре, остановись. Двигаемся вперед. Так, на подъеме я вижу контейнер по карте с припасами. Сейчас подправимся и выходим как раз к форту Джо Смит. Замечательно. Бойцы, кому необходимы припасы, пополняйтесь. Выдвигаемся. Посмотрим, что же осталось с фортом. Отлично. Бегом марш. Бегом марш. Держим позицию. Так, жуки даже не успевают подходить. Эти модернизированные лазеры, то что нужно, я смотрю. Прям очень хорошее вооружение. Так, обнаружена нора. Третье отделение. Элегант вампир. Санкционирую применение ядерного оружия. Вот так и надо. Заходим в Форт Джо Смит. Обыскать здание и найти выживших. Если таковые есть. Также ценные документы и материалы. Туф. Так. Чейзер, неси сюда камеру. Всем бойцам, у кого есть видеозаписывающая аппаратура, включите, делайте записи. Мы должны показать командованию, что здесь произошло. Как видите, селиться в карантинной зоне плохая идея. И жуки жалости не имеют. А Роджер Ян, Косинский, говорит летит от атомный взвод Альфа. Мы выдвигаемся к зоне эвакуации. Форт Джо Смит, никого выживших нету, их уничтожили, их убили крайне жестоко. Вот такая вот. Ерунда. Смайлсик, спровоцируй этих долбанных летунов, сейчас мы им зададим жару. Бойцы, убить, убить их всех! Давайте, не жалейте этих тварей. Отомстим их запавших людей. Огонь из всех орудий. Смайлсик, что-то ты себя не очень-то хорошо чувствуешь. Твою мать! Медик! Живо эвакуировать Смайлсика. Как же ты так попал? Бойцы, каре собраться. Держим позицию. Ждем эвакуации раненого. Так, все эвакуирован. Надеюсь, он выживет. Двигайся, двигайся, двигайся. Только не хватало нам еще одного раненого. Офелия, давай бегом. Ты можешь хорошо двигаться, я знаю.
Так, всем бойцам переключиться на огнестрельное оружие. Каре, остановись. Твою мать. Все, двигаемся в зону эвакуации. Нам должно... Забираем все припасы, которые остались. Давайте, давайте, убивайте мы его. Да твою ж мать. Медик оказать помощь Офелии. Все, выдвигаемся вперед. Да елки-палки. Медик оказать помощь Офелии. Все, двигаемся в направлении к зоне эвакуации. Давайте пойдем вот эту канаву обойдем. Сзаду. Бегомарш. Оставить стрельбу по рабочим. Только по солдатам. Все, давайте. Поднажмем. Будьте готовы к встрече еще с танкером. Возможно, даже не одним. Бегомарш. Убиваем. Как видите, жуки в тактике не имеют понятия и вполне атакуют по одному. Хотя мы видели и их весьма разумное поведение. Чем это объяснить, я пока не могу. Но навряд ли эти бойцы способны думать. Все. Поскольку бы они тогда группировались и организованно атаковали бы. Бегомарш. Двигаемся к зоне эвакуации. Бегом, бегом, бегом. Нам здесь больше делать нечего. В этой безжизненной пустыне. И как видите, Федерация в очередной раз права. Долбанные фанатики религиозные решили поселиться там, где нельзя было. С одной стороны, провоцирую жуков на конфликт, а с другой стороны, погибнув. И после этого не говорите, что у граждан нету должной мудрости. Кто у меня перешел на гранатометы? Переключить на стандартное вооружение. Бегом марш. Ага. Мы вышли фактически к зоне высадки. Все, теперь понятно. На север и... там зона эвакуации будет. Около водоочистной станции. Хотя могли бы забрать и там, где высадили. Лично мое мнение. Бойцы, бегом марш! Давайте поднажмем. Еще немного осталось. Помним про возможность нападения танкера. Все. Успокаиваемся. Спокойно. Каре, остановись около зоны эвакуации. Роджер Ян, Косинский, говорит лейтенант Атомный. Запрашиваем челнок для эвакуации. Хорошо, ожидаем. Бойцы замечательно сегодня поработали, спасли людей, хотя и не ожидал, что будут выжившие. Жаль, правда, что так мало. Ну и помните, с тем, что произошло с теми, кто погиб. Об этом нужно доложить командованию. Третье отделение – эвакуироваться. Второе отделение – погрузиться на челнок. Третье отделение – клином становись. Так. Где? Понятно. Третье отделение. Эвакуация. Запрашиваю авиаудар на мою позицию. Все, бойцы, уходим. Посмотрим, как там Чейзер. Нормально ли себя... Вернее, Смайлсик нормально ли себя чувствует. Ничего не оставим жукам после себя.
Ну что, бойцы, замечательно поработали. Смайлсик приходит в себя. Ну а мы давайте подумаем, что улучшим. Давайте тяжелую плазму. Я думаю, это будет хорошо. Универсальная звездная дата 12.35.9. Земное время 10.45, 28 февраля 2370 года. Личный видеодневник записывает лейтенант космического десанта Федерации планет Атомной. Мы прибыли в зону планеты Пи, где нам необходимо будет расквартироваться и некоторое время дежурить. Командование до сих пор не понимает тактики Арахнид и считает, что необходимо усилить пограничные миры. Вот поэтому мы находимся на планете Пи. А полковник Холланд говорит про какую-то теорию жука-мозга. Но, честно говоря, мне считается это глупым. Наличие королевы разумной, которая командует определенным улем, кажется гораздо более логичным. Поэтому, ладно, давайте идем на брифинг. Бойцы, слушай боевую задачу. Нам необходимо захватить новый тип рабочего жука, который начали называть колесничим. Более быстрый, чем обычный рабочий. Второе, отчитаться полковнику Оуэну на аванпосте «Водка». Замечательное название для аванпоста. Вот, рядом отправили головорезов проверить аванпост виски, ну а нам досталась аванпост водка. Надеюсь, какого-то интересного напитка нам тоже достанется. Мы будем находиться на аванпосте в течение 6 дней, пока Роджер Янг будет в секторе доставлять другие подразделения. И поэтому, ну что ж, целая неделя отдыха в замечательном месте. Конечно, лучше бы были пляжи Загима, но будет планета Пи. Сектор 13. Вот такая наша задача. Собственно, вы видите на экране улучшенного рабочего. Более быстро, я так понял, действует быстро. Жуки развиваются, оказывается. Интересно, как быстро они могут выводить новые типы жуков. Поздравляем Смайлсика с выздоровлением. Хорошо, что у него все нормально. И даже получена еще одна медаль. Ну, это замечательно. Что еще можно сказать? Значит, из оборудования давайте. Поздравляю двух новых капралов с повышениями, младших капралов Нова Проспект, одеваешь скафандр, а также DJ Multiple One. Формирую второе отделение. Значит, второе отделение. Офелия Фонг, Рипли и Виктория Филоненко. Так, во главе будет Нова Проспект, назначаю. Всем переодеться в разведкостюмы. Мы испытаем в условиях полевого сражения разведкостюмы, насколько они хорошо могут показать себя в бою. Элегант вампир, так и остаешься с ядерным гранатометом. У тебя в подразделении. Давайте всех оснастим лазерами. Они явно получше будут, чем винтовка Морета. Тем более лазеры улучшенные. Поэтому все. Все бойцы, у которых нету бронекостюмов, оснащены лазерами. Кстати, можно-то... Где у нас Нова Проспект? Multiple One. Подожди. Виктория Филоненко. Рипли, а ну-ка попробуй свой скафандр. Как тебе? Нормально, да? Вспомнишь прошлое. Но пока на этой миссии мы не будем этот скафандр брать. Пока вот так вот. Ваша мать. Значит, весь разведвзвод оснащается лазером, а также
гранатометами для быстрого реагирования и уничтожения подавления любой угрозы, которую встретить. Оснастить также. Рипли, ты оснащаешься биноклем и газовыми гранатами. Все бойцы отряда твоего точно так же получают газовую гранату и аптечку. Побольше газов, побольше химикатов. Они хорошо действуют на земных жуков, я думаю, и на инопланетных точно так же будут хорошо воздействовать. Так, кто у нас в ракетном отделении? Ага. Скайтопер. Ну-ка, берешь броню, берешь систему наведения и дополнительно ракетницу. Все. Готовы? Готовы. Замечательно. Так, здесь у нас первое отделение тяжелые бойцы. Жалко, к сожалению, я не могу одеть разведскафандр. Это было бы удобно. Так, и медик тоже в нашем в командном отделении. Все, вроде все оснащены. Ага. Смайлсик, давай-ка хватит тебе образцов для ловли. Чейзер уже ловил. Ну, теперь очередь Рипли, наверное, взять образец для ловли жуков. Все, бойцы, выдвигаемся навстречу. На теплую, веселую встречу. Думаю, будете рады повидаться с нашими коллегами на таком славном аванпосте. В легенды войдет, не менее.